Впервые все секреты профессионального выращивания овощей от специалистов Сельхозакадемии и Центра поддержки садоводов и огородников России в уникальном онлайн-проекте «Агроном в каждый дом». Уважаемые наши коллеги, уважаемые наши садоводы-любители, закончился календарный год и закончился наш первый пробный проектный сезон «Агроном в каждый дом». За это время мы постарались вам показать, как правильно установить теплицу, как выбрать место на участке, какие растения можно выращивать в теплице и как организовать зеленый конвейер с ранней весны по позднюю осень. Надеемся, что тот опыт, который вы получили, на те вопросы, которые мы отвечали, это все помогло вам получить большое удовольствие и вырастить хорошие, качественные, огромные урожаи на своих приусадебных участках. С наступающим вас Новым годом!